Перед началом ролика просим вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Спасибо! Периоды – неотъемлемая часть жизни каждой девушки. Первая мысль, которая приходит в голову девушки в эти дни, когда это все закончится. И мало кто обращает внимание на менструальные выделения. А ведь это очень важная вещь. Каждая женщина обязана знать, о чем говорят прокладки, ежедневки и тампоны. Они начинаются обычно в 12-13 лет и продолжаются еще очень долгое время, доставляя немало дискомфорта и неудобств каждой женщине. Женщины имеют с этим дело практически ежемесячно. И это своего рода природный индикатор вашего здоровья. Красновато-розовое. Такой цвет может свидетельствовать об одном. Минимальное количество крови подмешивается в обычное выделение. Это может быть признаком имплантации, ранний признак беременности, колебания гормонального уровня или внутреннего повреждения. Ярко-красный. Ярко-красный или пурпурный оттенок – это хороший знак. Единственный случай, когда вам стоит беспокоиться, если ваши периоды продолжаются 8 дней и всегда наблюдается ярко-красный оттенок. Темно-бордовый – это нормальный цвет выделения, если происходит развитие матки. Но если такое состояние продолжается в течение длительного периода времени, то это может быть симптомом миомы. Сероватый оттенок иногда свидетельствует о раннем выкидыше. Красно-оранжевый. На подобный цвет выделение необходимо обращать внимание в любом случае. Может быть, это безвредное влияние выделения шейки матки. Но такой цвет может также быть признаком вагинальной инфекции, у которой пахучий запах, и именно она влияет на подобный оттенок. В подобном случае необходимо срочно обратиться к врачу. Коричнево-черный. Коричневые или черные выделения могут на первый взгляд показаться тревожными. Но не стоит волноваться. Это признак застывшей крови, которая осталась после предыдущего выделения. Как правило, это совершенно нормально. Единственный случай, когда стоит обратить на это внимание, это когда черное выделение продолжается больше суток. Обильное течение. Как правило, самые тяжелые дни приходятся на середину периода. Сильное кровотечение – нормальное явление в разгар менструального цикла. Вам стоит беспокоиться лишь в том случае, если из-за обильного кровотечения менять прокладки приходится больше 3 раз в день. Пятнистость. Небольшое кровотечение в период месячных может свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Это ранний признак беременности. Возможно, это способ маркировки вашим телом периодов, происходящих во время беременности. Пропущенные периоды. Если в этом месяце у вас не было периодов, необходимо срочно обратиться к гинекологу. Существует огромный риск аменореи. Самая очевидная причина – беременность или менопауза. Другими объяснениями могут быть резкое изменение веса, тяжелая болезнь или сильное эмоциональное потрясение. Как вы поняли, разный оттенок менструального выделения свидетельствует о разных проблемах со здоровьем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Спасибо!